Защитим Одессу от рук Купа! Их немного, но они молоды и полны сил. И они точно знают, какую историю будут рассказывать своим детям. Именно поэтому они, как партизаны, закрыли свои лица и пришли под просвиту, чтобы показать. Есть люди, которым не все равно, что пишут в школьных учебниках. Мы против присвоения звания героев, сравнивания этих преступников, воинов УПА, бандеровцев, вместе с ветеранами, которые действительно воевали за нас. Это преступники. Мы против того, чтобы их причисляли к героям. А вот главный антигерой Дня партизанской славы. Это не просто манекены в форме УПА. Это символы тех, кто во время Великой Отечественной совершил 1500 террористических актов. Но тем не менее политики совместно с радикальными украинскими националистами продолжают лепить из них героев. Казнь через повешение. Приговор патриотически настроенного молодого поколения суров и подлежит немедленному исполнению. А вот и лица тех, кто мог бы быть на месте этих манекенов. Эти портреты не должны висеть на стенках в одесских домах. Этих флагов не должно быть на улицах города, говорят молодые люди. Сжечь, сжечь и расстрелять. Представители просветы с места преступления скрылись. Вернее, даже не появились. Зато вызвали милицию и спрятались от камеры за железной дверью. У вас нет звонка, да? Комментарии. Потом комментарии появились. Мы взагалі не розуміємо, про що йдеться і для чого ці люди прийшли пікетувати просвіту. Просвіта – це громадська організація, яка займається питаннями культури і захисту української мови. Странно, но именно в стенах этой культурной организации зимой прошла выставка, посвященная псевдогероической деятельности воинов УПА. Именно здесь обитает объединение «Свобода», которое вдруг захотело лишить Крым автономии. Просвита, не освита! Просвита за УПА! Позор бандитам УПА! Вместо того, чтобы быть культурной организацией, заниматься исключительно культурой, просвещением людей, они занимаются тем, что просто-напросто поддерживают убийц, поддерживают тех, которые убивали наших дедов, наших прадедов. Нина Михайловна на акцию протеста попала случайно, просто проходила мимо. Зато она не понаслышке знает, что происходило на Волыне во время Великой Отечественной. Ее мать спаслась чудом. Когда вся деревня пряталась от немцев в лесу, она укрылась дома, в подвале. Немцы приехали, но они посмотрели, что людей нету, и повернулись и уехали обратно. После них тут же приехали бандеровцы и посмотрели, что никого нет. Ага, значит, в лесу спрятались. И все, кто был в лесу, они всех, женщин, стариков, детей, всех расстреляли. Абсолютно. Моя мать и все остальные, кто остался, вот те только и остались живы. А в день партизанской славы женщина вспоминает тех, кто боролся с фашистскими захватчиками и кого убили свои же соотечественники в военной форме, очень похожей на немецкую. У родителей одних сын воевал на войне. Так за то, что он воевал в Красной армии, их живьем сожгли в доме. И они одели на себя самые лучшие одежды и, обнявшись, их так и нашли сгоревшими. В 21 веке сгоревшими найдут флаги у Наунсо и портреты предводителей УПА. Пепел развеет ветер, предателей забудут люди. А помнить будут только настоящих героев. Олеся Клинцова, Александр Нелупов, телекомпания АТВ.